этом видео возможно употребление нормативной лексики. Оно не имеет цели кого-то оскорбить или унизить и несет исключительно развлекательный характер. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня продолжение нашей любимой, ну, кому понравилось, она, естественно, игрушки Zero Zivert. Zivert, не знаю, прям что, певица такая будет, да? Zivert. Так, загрузка игры, слот первый. Появились мы дома появились. Что у нас по инвентарю? По инвентарю я все выложил, лишнее оставил покушать, покупал, еще что-то. И продолжаем наступать на наши деревья. А вообще-то надо было поспать бы, сколько у нас? 8 килограмм можем тащить. Давайте попробуем еще одну вылазку сделать. Время 6 часов. Минус 24 вудс. А что такое вудс? Не понял. Ну ладно, потом пойму. Говорим с нашим кондуктором. Задания у него нет. Я хочу сбежать в форест. И в форесте мы идем уже в деревню. И пытаемся найти то, что нам нужно, необходимо в первую очередь. Так, приехали, значит, мы. Все вроде нормально даже. Заспавнились. Смотрим, где деревня. Деревня по дороге. Так, тут у нас радиация. Давай с этой стороны пойдем. Ага. Не пойдем мы с этой стороны. Пойдем с этой. Дорога. Это что у нас, дорога? Это дорога, представляешь? Ой. Было страшно неприятно. Так, вот она деревня. Так, я обычно... Я не понял. А, вот тут вот заходил обычно. Так. Ух ты, ё-моё. Ну, меня немного покалечил. Так, войти, интер. Здесь у нас нет ничего. Тут хреново то, что ты не видишь тех, кто за углом сидит. Вот чё. Так, какой-то полицейский департамент... Поспешил поговорить, ливнуть суды опять. Да, попыток будет тьма здесь просто. Тьма. Попытка, как говорится, номер два. Идти чуть-чуть подальше. Опа, нычка. Лутаем. О, здесь много всего. Оружейные части, медицинские части, трубочка. Неплохо. Ну, блин, они прям меня убивают хорошо. А сколько у меня патронов? 85, да, где-то получается? Да. Это дорога у нас, да? Да, это дорога. Что-то... Ой. Радиация, конечно, тут беспощадная. А надо залутать всю деревню, я так понимаю. Вот, смотрите, вот тут вот аномалия. Нафиг она нужна? Лут. Трубочка еще одна. Зажигалку я взял. Не знаю, нужна ли еще одна будет. В смысле, вы что не стакаетесь? Вы уже одинаковые. Кто там? Шарохается. Давай попробуем отсюда. Чем дальше, тем хуже, да. Вон он, гуль. Но понимаете, шанс его убить... Охренеть. Нормально шанс его убить. Жалко, нельзя шифтом здесь забрать это все. Так, перезаряжаемся, входим. А, тут, опять же, мы ничего с вами не находим. Идем в следующий домик. Как-то странно. В тот раз приходило, было много чего можно было залутать. Сейчас же немного все печальнее.
Намного печальнее. Прям вообще печально-печально. От машины несет. Что? Слушай, меня он пугает у него. Говно. Ковард. Нахрена? Я ничего не понял сейчас, если честно. Зачем он меня убил, если я его не трогал? 8 часов. Было меньше. Время немножко проходит, получается, да? Блин, нормальный лут такой был. Таск мне не нужен, мне нужно ревануть. Форест, я хочу выполнить уже эту миссию. Короче, нужно убивать всех, кого ты видишь, кто не в зеленой форме. Кто не в зеленой форме, всех надо убивать, иначе они убьют тебя. Ты же не хочешь этого? Где у нас дорога? Дорога у нас прямо вот тут вот. Это замечательно. Бежим, бежим, бежим. У нас тут вот есть что-то. Там пацанчик у нас. Шлепнуть бы его. Ну, блин, он сейчас начнет бежать. Да? Блять, какая-то хуйня. Их было трое. Если б я как бы да, то я бы как бы да. Ладно. Сколько время? Мне интересно, G. Да, то есть время как бы не этот. Но у нас есть чуть-чуть еще светло, так, I want to live, I want to forest. Выходка четвертая, вылазка четвертая, да? Карту смотрим. Чё это? Дом Игоря, блин, я же Игорю должен еще, точно, я забыл. Я совсем забыл то, что я Игорю должен принести мясо. Так, вот так вот я быстро ее пробежал. Где дорога-то, я не пойму, что там. Дорога где-то здесь. Допустим. Допустим, допустим, допустим. Пока что я тут никого не вижу, но есть два здания, куда можно зайти. Так, есть сундук. Есть фен, хлеб, бутылка вина. Я думаю, это все пригодится. Потом будем скидывать что ненужное. Интер, 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 интер. Тут какие-то фонари, походу, я что-то не понял. Так, нету ничего. Кролик мне не нужен особо. Сюда можно зайти? Нет, сюда нельзя зайти. А если я попаду сюда... Ой-ой-ой-ой-ой. Не лучший вариант, мне кажется. Ну, темнеет, темнеет. А. Эрдер... Ну да, это этот. Попробовать его убить. Давайте попробуем. Я не могу. Это просто, это жестоко. Согласитесь. Фитнес-прок. Ох, ничего себе, ничего себе, ничего себе. Так, время я хотел посмотреть. 21 час. Да, все, идем спать. Патроны у нас не кончаются. Ну, уровень как бы у нас прокачивается. Но денег мы не находим, поэтому мы тупо умрем с голоду, походу. Или от обезвоживания. Либо спать. Стоп. Если у нас 9 часов вечера, то нам надо проспать... 6, 3, 9 часов.
Да, немножко серьезно. Ну, ХПшка чуть-чуть восстановилась, да, вроде как. А, поесть, попить надо. Поесть, попить. Где-то найти бумаги, выполнить квест. Может быть, нас зовут в какой-нибудь отряд убийц, не знаю. Так, использовать. Опять он в ящик спрятался. И давай еще разочек. Скушать, 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 скушать мы можем. Консервы. Ну, типа, я даже вроде все съел. Вылазь оттуда, эй, чувак. Ну, пойдем попробуем что-нибудь замутить. Воды мы привезли. Воды мы привезли, замечательно. Надо купить. Ну, потому что я не знаю. Ну, реально, как-то надо что-то продавать. А что продавать, если я ничего не могу найти, потому что меня убивают каждый раз. И это немножко такое себе. Так, want to leave, forest, go. Идем в сторону дороги. Вот она дорога. И нам нужно идти вниз. Тут радиация будет. Кролики, зайчики. Вот она деревня, да? Вот она деревня. Вот он мой дом родной. Хочется мне быть аккуратным. Так, что мы тут? Тут у нас ничего нет, как назло. Пара-па-пара-пара-па-па-па-па-пам. Баллон, гвозди, гвозди. Зря я воду всю взял, потому что места меньше будет. Я все взял? Надо же будет что-нибудь продать там, ну-ка. Да, молодец. Молодец, что все забрал. А, заходим в этот домик. И здесь у нас ничегошеньки, ничегошеньки нет. Сырое мясо, но оно с водой проблемы составляет. И это не очень круто, здесь опять ничего нет. Слабая радиация. Пока лутаешь, могут еще убить тебя. Пусто. Секретные документы. И я ухожу сейчас. Сейчас лутаю и ухожу. Потому что, ну серьезно. Я тут неплохо такого нашел. И вот эти вот документы, мне кажется, это... Это очень важная вещь. Фитнес 4. Кастрюля? Блин, думал кастрюль. Вода! А что такое вообще? Кофе. Кофе я не могу употребить, может быть, потому что я уже достаточно напился. Все, я бегу на точку высадки. Где точка высадки? Вверху. Вот эту еще штуку. А, это дом Игоря. Аномалия, аномалия! Срочно лекаемся. Нафиг, надо выполнить этот квест. Секретный документ, это прям очень нужная штука. Перезагрузить. Вылечился, все вылечилось. Перезаряжаемся. Вот в эту фигню можно попасть. Вот тут меня прям конкретно что-то захватило. А чё, патронов нет? Офигеть. Так, по дороге идти опасно. Да вообще идти опасно. Пить, жрать. Нет, 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 пацаны, пацаны, идите в баню.
Может, сейчас нычку какую-нибудь найду? О, нычку нашел. Отвертка. Соль. Спички. Да, скоро будет перегруз. Нам куда идти? А, во, АДД-маркер. Давай идем. Надеюсь, у нас все получится. Не то у нас... Блять, волк. Кабан! Ура! Ура! Репутация плюс. И можем теперь идти квест сдать. Можем сдать квест. Таск. Комплит. Получить награду. А, я какую-то одну могу книгу выбрать, но пока мне нужен красная книга. USB диск надо найти на пилораме. Я не смогу туда. Я туда реально не смогу забраться, ребят. Потому что там капец. А что я так медленно иду? А, пить, пить, вот это вот вся ерунда. Так. Ладно. Супер. Он мне типа денег дал, да? И книгу дал использовать. Cooking Level 1. Cooking Level 1 дал мне чего? А дал мне, по сути-то, и ничего. Потому что я не могу все равно делать себе еду. Ой. А я очень хочу делать себе еду. Ладно. А, скраб, скраб. Кофе можно только скрабнуть. Может быть, оно когда-нибудь мне и пригодится. Как и алкоголь вот этот. Но я в этом не очень уверен. Баллон. Спрей от тараканов. Нужен, не нужен. 25 гвоздей уже есть. А, надо Игорю отнести мясо. Точно, Игорю отнести мясо. Как у меня много всего тут. Этот. Так, шоколадка съедобная. Пока не буду, наверное, ничего продавать. Это тоже, да, съедобно? Да, ничего себе, голод утоляет прям конкретно. Вот это не нужно. И воду надо тоже все убрать, чтобы можно было нормально... Офигеть, у меня места нет. Да, серьезная заявка на успех. Нужно будет что-то по-любому продать. Ну, это потом. Так, 4 мяса есть, отвертка еще. А, во. 4, 5, 6, 7, 8. Так, это что вообще такое? Здоровье не восполняет, только duration, типа... Типа duration только. Хреново. Хилочка-то нужна. Так, а как хилку делать? Медикаментаршина, во, у меня вот это вот есть. Здоровье 60% восполняет. Делается из медикаментов и двух бинтов. А, насчет бинтов, что у меня? Ой, медикаментов. Так, это еда. Не, медикаментов у меня, походу, нет. Скрабфуд. Скрабфуд. А, о, скрабфуд, скрабфуд. Вот так вот. Ну, как бы, да. Не густо, не густо, не густо. Очень не густо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 еды он просил. Патронов у меня практически не осталось. Это ужасно. О, капец, какая сложная игра. Сложная игра. Патроны нужны. Причем какие патроны-то нужны? А, мы с ним можем вот так вот трейд. Нет, мы так не получится. Значит, сначала надо посмотреть, какие патроны нужны. 7,62. 7,62. Это какие у нас
7,62, вот они. 770 за 70. Капец, как дорого. Очень дорого. И к тому же, если купить готовые мясо за 350, серьезно. А консервы 250. Офигеть, офигеть, я не знаю, я не понимаю. 7850. Так, ладно, точно 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, все, бежим продавать. И попробуем лутануть еще разочек. Так, перезаряжаемся. I want to live, forest. Сейчас посмотрим, где живет Игорек. И отнесем ему 10 кусков мяса, как он просил. Угу, доехали все-таки мы с вами, значит, до этого места. Дом Игоря далековато находится. Давайте попробуем зайти в этот дом. Тут, наверное, кто-то есть. Попробуем его убить. Почему бы нет. Перезаряжаемся быстренько. И пробуем убить еще кого-то, кто там есть. Здесь никого вроде нет. Прикольно я сейчас замутил. Прикольно я сейчас заделал. Калаш. Я сейчас попробую, а я смогу. Далековато идти, конечно. А у этого что? Уголь, УЗИшка, патроны. Калаш, эта штука, конечно, классная. 21%, 90, 12, 17. Чё? Я теперь совсем двигаться не могу. Ха-ха. Блин. Ну это жестко. 2 килограмма. 3 килограмма. Мне все равно не хватает. Блин. Пауэрбанк. Зачем его продать можно? Патроны. Патроны, ладно, они особо ничего не весят. Так, а если я поем, мне прибавит, в принципе, немножко, да? Поем, попью. 1,5 килограмма прибавит. 1,5 килограмма это ни о чем. Вот что дороже будет стоить? Я думаю, будет дороже стоить. Пистолет. С пистолетом я таскаюсь. Нафиг он нужен? Ого! Килограмм. Эта штука весит килограмм, офигеть. Эту я таскаю тоже килограмм. Ну, как-то так, так-то да. Вообще жесть. Вообще жесть. Ну, потому что у меня мясо до хрена. Короче, надо запомнить, где это находится точка. И потом прийти. Уголь. Уголь тоже килограмм где-то. Так, перегруз, перегруз, и так перегруз, и так перегруз, вот так не перегруз. Вот так, возьму на всякий случай пауэрбанк и уголь, и пойду. Так, а я тут еще и на улицу все выкинул, да? На улицу не надо выкидывать. Угу, я понял, не надо. Теперь уже никак. Да ну тебе нахер! Кто такой-то вообще? У меня даже хилки нет. И кровопотеря. Обидно, обидно. Обидно, потому что обидно. Так, Игорь рядом с нами. Быстренько бежим. Отдаем Игорю его мясо. А, получится у меня это, нет? Да. Так, вот это дом Игоря. Опять волк.
Блять, волки. Да, это дом Игоря, но здесь много волков. Блять, не надо. Давайте дружить. Ну это нереально просто, я не знаю. Я главное не хотел их убивать. Они меня заставили. Так, hello, talk, task, complete. Выбери награду. Воды. Жестокая игра. Так, давай на всякий случай, знаешь, что скинем все, что я там взял тяжелого. Нет радиации, замечательно. Ты что у меня дома делаешь, э? Слушай, ты, Вася, охренел? Пары же здесь, эй. Так, а вода как бы не надо. Это нам тоже не надо. И это нам тоже не надо. Будет побольше у нас вместимость. И, возможно, мы что-нибудь ценное заберем. Если повезет. Потому что это ужасно, честно говоря. А, давай купим этот... лекарство. Лекарство у медика еще возьмем. Чтобы можно было, если чего, подлечиться. Так, о! У меня есть хилочка на 50. 2500 стоит. Охренеть. Десять тысяч. Тут типа с деньгами вообще не должно быть проблем, я так понимаю, да? Ну, у меня почему-то проблемы. Конкретные такие проблемы. Так, погнали к Игорю. Блин, Игорь рядом был так в тот момент. Так, Игорь опять рядом. Сейчас к нему пойдем. Это пилорама. Это деревня. Сразу ставим маркер. Бегать опасно. Стоять тоже. Но то, что там волки заспавнились, это не очень круто было. Так, задача готова. Воду беру, потому что здесь как-то... Но здесь еду и голод, поэтому лучше, конечно, я консервы возьму. А что такое? Сладости. Сладости не надо. Готовку открыть поскорее надо. Так, теперь у нас есть еще... Так, хилочку возьмем сюда. Вот это я не понял, что надо было выложить. Почему я не выложил, не знаю. Кофе есть, который можем употребить. Патроны как бы мало-мало всего, мало. И сейчас выполним задание, потому что ну его в баню, честно. Я что-то не хочу сейчас ни с кем воевать, связываться. Волки. Вот стая волков опять рядом с Игорем. Еще что-то там на меня. Не надо на меня Я вас трогать не хочу, и вы меня не хотите. Не будем друг друга трогать. Так, это кролик, ладно. Кабанов. Кабаны это... О, нычка. Нычка. Нычку можно брать. Зажигалка. Опа. А что это такое? 89 рублей? А что с ними делать? Не понял.
Так, все, валим домой, нафиг, нафиг, нафиг. Да, три репутации всего лишь дали. Так, я хочу попробовать продать ему рубли. Что будет, если я ему рубли продам? 89 рублей он за них и даст. За 40, 150, 60, 60, 140. 2000 вот эта хрень стоит. Duration только на основе 12 секунд. И вон 10. Я не понял, что это, для чего это нужно. А я так, я могу смотреть? Мне так не пишется, сколько продаст. Блин, ну это, конечно, да. Это, конечно, то еще. Так, это кто у нас? А, патроны. Патроны. Зажигалка есть. Это есть, это есть. Это как бы все. Я даже не знаю, нужно оно или не нужно. Мясо бить после него охоты. Я думаю, оно мне не надо нифига. Заберу его, продам. Я его готовить пока все равно не могу. Его не так сложно намутить. Сырок пускай останется. DVD-диск мне тоже не нужен. Химия вот это мне нафиг не нужна. Кстати, а чё я? А у меня она стакается? Нет. Вода у меня есть, ладно, хорошо. Воду брать не будем. Тут еще какие-то вот эти вот... Покушать есть. Зажигалку продать. Продать, продать, продать. Кого еще можно? Вот это вот... Нафиг она не нужна, да? Продать. Мыло мне тоже... Ну, одну оставлю, ладно. Оставлю, оставлю пепер, перец, да? Пускай будет. Флешка тоже не нужна. Компьютеры мы собирать не собираемся. Трубы нельзя? Нельзя. Это что у нас? Анти... Чё-то гель. Спрей от комаров нафиг не нужен. Это химия тоже нафиг не нужна. Кофе, я думаю, не нужно. Деньги нужны, да. Соль, перец. Не знаю, пускай останется. Ключ оставлю, отвертки оставлю. Хлеб тоже оставлю. Пускай останется. Тоже пускай останется. Инструмент какой-то. Блин, места уже не хватает. Еще надо 4 этих, прикинь. Капец. Так, быстренько сейчас я это все продаю. Да что же вы встали, вас не обойти никак. Так, трейд. Мыло 68. А, вон, на Ctrl. 320 флешка. 200 этот. 130. 180. 400. 150 зажигалка, 89, 190, вот эта какашка какая-то стоит. И мясо по 40. В итоге 2500 дзинк. 2500 дзинк, это уже хорошо. 16 килограмм, 13 килограмм. Вот я сейчас 13 могу переносить, а тут могу 16. Скорость передвижения энергогу. А это типа закрыто. Да, их почему-то нельзя купить, да? Или можно? А, откроется на втором уровне. Так, CCTV камера. Не знаю, для чего она нужна. Мне пока не интересно. Ну, пойдем тогда попробуем еще чем-нибудь залутать. Хилка-то капец дорогая. Хилка дорогая, ужас. Ужас, 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 ужас. Так, а нормально 9 килограмм смогу утащить, могу перекусить. Вместе с водой там можно будет. Задание есть? Задание нет. Тогда погнали, отвезешь меня вот сюда. Так, вот он ходит, там уже один чувак. Тут может быть еще кто-нибудь. Но они по-любому сейчас кого-то вызовут. Опа.
Так, лут. Тут можно что-то собрать прям. Разобрано какое-то оружие. Лекарство. Что в доме? Сейф. Хлеб. Батарейка. Отвертка. И все, и мне надо валить теперь вот сюда. Просто надо бежать. Бежать и никому не попасться по пути. И на аномалию не наткнуться. Прям вот это вот сейчас, я думаю, будет норм. О, аномалии сколько. Ой-ой-ой. Тихий ужас, вроде тут ничего нет. Лут, еще лут. Ключ у меня есть. То есть патроны надо, блин. Ну, я это продам уже все. Пить захочет. Одну съем. Так, нормально, вроде могу бежать. Так, тут непонятная хрень, которую лучше обойти. Все. Лучше не останавливаться, лучше идти домой, пока что у нас лут есть хороший. Все. Вот это сейчас прикольно, два калаша. Может быть, сейчас один себе оставлю. Нормально так, тут 46 дали. Сейчас посмотрим, кто что сколько стоит. Выгодно, невыгодно. Так, трейд. Калаш стоит... Не понял, сколько он стоит. 762. 16%, 21%. Ну, это точно продадим. Вон оно как. Так, вот эти части. Ну, они мне нафиг не нужны, я пока ничего не могу собирать. Батарейка. Пусть будет колбаса. Я сделаю сейчас бутерброди как раз таки. 1200, 1500, 300 баксов стоит этот Powerbank. Отвертка, я не знаю, сейчас посмотрю, сколько надо их, сколько не надо. Ну, в принципе, сделочка. Слушай, да, не очень сложно, ну, если повезло. Если не повезло, конечно, будет сложно. Так, мне нужно сейчас набрать на готовку. Так, во-первых, еда. Вот, я могу сделать себе бутерброд с колбасой. Крафт. Отлично. Ой. Бутерброд с колбасой у меня есть. У меня есть еще один хлеб, который мне не нужен. Питье требует. Так. Дамаг 14. Дамаг 12, точность 54. Ну, такое. Честно говоря, пока что мне калаш не нужен, да? Пускай калаш здесь пока полежит. Патроны для него тоже здесь полежат. Пистолет, кстати говоря, ну, пускай останется, наверное. У меня патронов опять нет, ни хрена. Патронов ни хрена нет. 9 килограмм свободно. Можно будет еще одну вылазку сделать. Но для начала надо купить патроны. Трейд. Патронов-то нет. И какая нафиг вылазка? Ну, вообще попробовать можно. Рискнуть. Целый магазин. Так, want to leave. Go. Опа. Дом Игоря-то еще есть. Пойдемте к Игорю сбегаем, посмотрим, что он там. Фитнес, 5-й уровень.
Прикольно, даже то, что тебя убивает, это делает тебя сильнее. Так, меточку. Все, идем аккуратненько. Кухню собрать я хотел, там продать, может, отвертку, не отвертку можно было. Посмотрим сейчас, если он еще 10 мяс попросит, то можно будет ему носить постоянно 10 мяс. Хеллоу. Оу. Интересно. Так, бутер, это хорошая штука, это хорошая штука. То есть я, получается, как бы грабанул его, да? Но я думаю, Игорек не очень против. Так, поговорить. Задание. Мясо для Игоря опять. 10 штук, репутация 40, 2500 рублей даст. То есть, как я наберу 10 мяса, можно будет ему приносить. А если не приносить, то можно грабануть его. Прикольно. Ого, сколько частей оружия, еще и патрончики какие-то. Неплохо. Так, идем в сторону спасения. Если что-то еще интересное найдем, почему бы и нет. Так, опасная фигня, ее можно... А, ее здесь не обойдешь. Так, ладно. Вот она, нычка здесь есть. Все, отходим, отходим от радиации. Радиация такая вещь. Так, а мне можно? Да, мне можно. Еще бы нычку можно было одну вскрыть. Но пока что я ее не вижу. Ой, я пробежал. Увлекся, высматриваем нычек. И пробежал, короче. Место эвакуации. Аномалии кругом, еще на них бы не попасть. Опа. Как вуд нашел, ничего себе. А какого? Фу ты. Ничего, я перепутал. Все на свете перепутал. Две метки можно ставить. Офигеть. Так, устал, хочет есть. Ну давай, давай съедим тогда консервы вот эти вот. Ничего не восполнило вообще. А съедим что, бутерброд? Ага, восполнило. Ну и воды, наверное, попьем. Вообще норм. Попитался такой хорош, молодец. Во. Спасаемся, идем домой. Мало, мало. Когда никого не убиваешь, мало дают очков. Так, провода. Надо посмотреть, что мне требуется. Что мне не требуется, надо все продавать. Крафт, еда, модули, модули, модули пищевые, пищевые, пищевые.
Вот она, кухня, кухня. Так, трубки нужны, лампочки нужны. Эти есть. Ага. Мне нужно, короче, во, молоток. Молоток оставляем. Кастрюли нужны. Ложки, вилки и лампочки. Нормально. То есть получается, я могу продать. Две отвертки продать. Это продать. Патроны останутся, пускай. Уголь, а почему ты не стакаешься, а? Бумага туалетная. Нафиг она, мне кажется, нужна. Продать. Из этого сделаем бутерброд. Продать. Провода. Провода не нужны, поэтому продать. Молоток нужен. А, топор это или молоток, не понял. Продать. Части оружия пускай останутся. Медицинские. Во, медицинские. Это очень важная штука. Можно будет сделать. Ой, еще одна медицина. А что? Ага, понял. Вот так вот. Бинт. А, от него тоже толку особо не будет. Калаш. Ну, пускай останется. Там потом, если что, патроны сделаем. Сигареты еще разные есть. Ничего себе. Стакать? Нет, не стакаются. А нафиг они нужны? А. А что они восполняют? Пить после них охота, радиацию снимают. Ну пусть останется, что. Пусть останутся. Кофеёк, шоколадка. Антирадин. Антирадин пускай останется, пускай будет. Нафиг. Батарейки опять. Три штуки. Не знаю для чего, пускай будет. О, еще гвоздь нашел. Так. Это мы все типа продаем. Калаш пока оставим. Вода есть, все есть. Как бы да, вроде бы даже живем еще, ребят. Вроде бы даже живем. Пить захотелось после сигареточки. Так, трейд. Давай. Ты 180. Отвертки продам эти, оставлю там. Что есть? 16 тысяч. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Давайте еще вылазку. Еще вылазку. Пока еще светло. Время нормально позволяет. Подожди, а что насчет мяса? Не, у меня там мало еще мяса, так что пофиг. Ну сейчас, если что, еще раз попробую к Игорю зайти. Посмотреть, что у него там. Что у него там еще можно стырить? Так, смотрим. Он у нас рядышком здесь. Маркер добавить. А точка спасения у нас в конце по дороге. Интересно. Что-то красное все, нет? Бляха. Я не знаю, что это за херня, но я какую-то взял. Красный штук какую-то взял. Надеюсь, он дорогой, я сейчас дохрена бабла с него получу. Так, привет, Игорь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лампочка, то, что нужно, все. В общем, две лампочки. Красота. Игорь, ты лучший. Игорь лучший. А теперь. Игорь вообще нас снабжает, короче. Всякими безделушками. Давайте вот сюда пойдем, может. Не, опасно, опасно, опасно. Пойдем сюда, а потом пойдем вот сюда. Чего? Что-то там написали, что-то я не понял, что мне написали. Ctrl что-то там у кого-то. Валим, чтоб не поджечься. Первый раз я нашел такую фигню, и я очень рад, честно сказать. Я подпалился пару раз, устал уже, как собака просто. Но надо, 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 надо. Надо попробовать продать, за сколько этот камень красный можно продать. Он, конечно, один. Его жалко продавать.
Но ничего не поделаешь. Ой, тут радиации полно. Ливинг, все, ливинг пошел. Замечательно. Ограбил, 6 очков получил, пошел продал, пошел поспал. Поговорить, продать. 100 рублей, рубликов стоит, патроны оставим. Лампочки нужны, это все нужно, это все как бы... В смысле, я же продать тебя хотел, трейд. Это точно все продаем. Это снайперской винтовки, там патроны были, кстати говоря. О-о-о, так, а медикаменты я могу сделать, да. Крафт. И еще могу сделать. У вас нет... А что нет? В смысле нет? В смысле же есть. Ну, не знаю. Так, еда. А, медикаменты 2, надо 4, да, насколько я помню. Ладно, есть 2 лампочки. Есть еще 1 труба. А, вот эту хрень я хотел посмотреть. Сколько она стоит? Поговорить. Продать. 600. Ну, пока вроде в деньгах такой необходимости нет жесткой. Поэтому можно его оставить пока в ящике, пускай лежит. Пускай лежит. Уголек тоже положим. Дети сюда. Эти патроны нам не нужны пока. Пока не нужны. Тык-тык-тык-тык-тык. А, 5,7. Тоже такие не нужны. Так, ладно, надо поспать, потому что уже и время темное, и патронов. Но патроны, в принципе, не нужны, погнали еще разок. Еще разочек вылазку. Прям, ох, ух, я не могу остановиться на вылазках. Но уже темно и опасно становится. Ну, Игорь не против. Игорь не против. Игорь не против, что мы берем у него немножечко ресурсиков. Так, Игорь живет здесь. Уже темнеет, прям конкретно темнеет. Поэтому аккуратненько идем. Кстати, чего нам осталось? Это минус 30 стамина. Стамина плохо регенерируется. Ну, как бы, ладно. Невелика, так сказать, потеря. Так, где нам лучше свернуть? А, вот именно здесь. Может, по дороге еще нычки найдем, но их сейчас ночью еще хуже видно. Я бы сказал, я совсем не вижу. Топ. Я тебя не трогаю, ты меня не трожь. Мне нужен Игорь. Игорь, как и всегда, не против. 2 ложки. Веревка. Я все забираю, естественно. Стайл. Стайл какой-то плюс. Ну и по-хорошему я должен валить уже домой. Так, ремов. Ремов ближе будет пойти сюда. Только аккуратно, Денчик, Денчик, аккуратно. Нашел ложки, нашел фигошки всякие. Ложки нужны. Да их так... Ой! Блядь, вот, сука. Как обычно все. Как обычно, блинские, блин. Но уже темно, уже не пойду никуда. Как так? Как так? Да, это то стало. Вообще жесть. Вообще жесть. Надо спать. Время. 9. Опять же спим. 3 плюс 6. 8 часов. 9 часов спим. Там воды столько было. Там все столько было.
Ну ладно, давай еще вылазку и все, и на этом на сегодня закончим. Прикольная игруха, да. Невозможно остановиться. Так, вон тулиф, лес. Так, Игорек у нас далековато живет. Но, я думаю, мы справимся. Фитнес шестой уже. Так, нашел какой-то дом. Ага, есть сундук. Есть шоколадка, есть гвоздь, есть мыло. Пойдет. Ух ты, сейчас что-то было такое непонятное. Мне сюда вот именно надо идти, иначе я там не пройду. Есть нычка. В ней дофига всего. Нормально. Неплохо. Еще одна нычка. Ложка. Один патрон. Яйцо. Интересно. Еще пока не находил. Так, еще один домик. Тут и ничего нет. Да. О, еще домик. Есть ящик. Может быть, я ящик не видел просто? Прикольно, две воды. Пойду схожу еще раз в этот дом. Может быть, ящик просто не видно? Нет. Что было? Пресс, контрол, чё? Ладно. Еще дом. Вот это мне сейчас на дома фартануло просто. Изолента. 15 килограмм. Сейчас придется от чего-то избавляться, пока дойду до Игорька нашего. Сатана. Ай, сатана. Не хочу с ним связываться. Веришь, нет? Там много лута дорогого, хорошего будет, но... Вивимош нашел. Здорово. Ой, и тут дофига всего. Аккумулятор, блин. Сейчас будем разбираться, что нам не нужно. Аккумулятор 4 килограмма весит. Да. У нас этого много, но оно не весит нифига. Если я убираю аккумулятор, то все помещается. Здоровье. Ого, сколько здоровья восполняет. Ножик, ложка есть. Эх. Ну, по сути, да. Аккумулятор оставляю. И пошел я домой. Так, где у нас точка... Спасение. Точка спасения будет ближе здесь. Эримов. Погнали. Аккуратненько так. О. А. Это я залутал. Так, вот тут два пацана, которых я не хочу видеть. У них с ними, у нас с ними плохие отношения. А, кабаны эти. Кабанчики. Так, стоп, что-то такое ощущение, что я что-то... Во, видел, да. Зажигалка, кусачки, два ножа. И все запоместилось. Великолепно. Я проголодался, теперь не могу бежать. А мне до этого далеко. Поэтому лучше обязательно что-нибудь выпить. Побежим. Должны бежать. Да, бежим. Ё-моё, меня. Меня обманули сейчас. Но я сам глупо неправильно посмотрел. Офигеть. Ну, сейчас... Бургер. Целый бургер нашел. Я сейчас очень неплохо залутался, так сказать. Лут мощный. Еще?
Я ее брал? Да, здесь я был. Здесь я был, да? Да. А вот тут я был. Да, тут я был. Так, нычку вижу. Нычка не юзная. Смартфон. Так, а вот из-за этого у меня уже перегруз небольшой. Но если я поем... Если я еще поем, это что у нас? Да. Уже смогу бежать. Замечательно. Еще нычка. Шурик. Ну, 2 килограмма я уже никак. Шурик, извини. Я понимаю, ты нужный. Но в следующий раз. Так, юастик. Опять что-то он написал там непонятно. Ливинг, 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 ливинг. Репутейшн. Нормально так, репутейшн. Угу, угу, угу. Так, чё мы продаем? Продаем шланг, продаем, продаем смартфон. Ого, 2000 стоит смартфон. Прикольно. Мыло продаем, 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 продаем яйца, что? О, они очень питательные, кстати говоря. Давай оставим их лучше. Чипсы. Продаем деньги, как это странно бы не звучало. 3 ножа есть. Уголь оставим пока. Это оставим. Оставим пока. Части еды, это очень тоже хорошо. Оставляем. Так, а что это как я? Ну ладно. Оставляем. Спички тоже оставим. Вот это продаем. Продаем. Вильфон. Типа Винстон какой-нибудь, да? Продать. Продать, продать. Пускай будет. Не нужно продать консервы. Мыло не надо. Это суды. Гвоздь сюда. Медицинские части оставляем. Эти тоже оставим. Это оставим. Так, все, что оставляем. Остальное все... А, вот это еще продадим. 4000. Сколько стоишь? 1000. Но она восстанавливает хорошо. Не буду продавать. Но, в принципе, все. Дилер на 4500 заход у нас был. Очень выгодный, очень классный поход. Теперь это надо как-то все уместить. Воды, в принципе, нормально. Кольчуга. Угля тоже уже прилично. А это что у нас? 40. Тоже уже не помещается нифига. Тут уже места не хватает. 17 гвозди, кусачки. Тут еды уже неплохо так. Патроны, таких патронов-то у меня еще не было никогда. Эй. А куда мне это все складировать? Так, я могу бутерброд сделать, короче, с маслом. Да уж. Не думал, что это будет так сложно. Медикаменты 4 штуки можно будет сделать еще. Так, патрон таких опять нету. Части еды. 20. Еще ложку убрать надо. Что надо убрать? Вот это убрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. Вот это все надо как бы убрать отсюда. Консервы вот эти вот. По сути, оно нафиг не нужно это таскать с собой здесь. Так, есть еще батарейка. Не знаю для чего, пока она вообще мне не нужна. Так, крафт, медицина. Крафт. Скрафтил. Амунация, еда.
1-2, крафт. И больше я особо ничего не могу. Так, что по кухне? По кухне нам... Блин, дофига надо. Это есть, еще одна труба нужна. И дофига всяких этих штук. Ладно. Что мы тут освободили? Да ничего почти не освободили. Ложку можно убрать. Офигеть, офигеть. А что здесь было, что пропало? Не очень я понял. Бинты, бинты кончились. Так, нафиг, продать, продать. Продать, толку от вас никакого, только место занимаете. Спички, вода. Помещается. Еда. Вот из этого тоже можно будет делать. Пока не знаю, что. Лампочки нельзя соединить? Нет, нельзя, к сожалению. Ну, как бы освободил немножко. Два бутерброда с маслом даже. Офигеть. Короче, у меня есть еду, я за управление. Ну куда? Четыре кастрюли, это я не знаю вообще. Их надо будет как-то здесь оставлять, а как, непонятно пока, как это все будет работать, как это надо будет все. Может быть, мне стоит купить рюкзак. 13 килограмм, 16 килограмм, 13 обычный, это 13 улучшенный. За 15 тысяч, а этот за 5 тысяч. Может быть, стоит взять вот этот. Но я пришел продать сигареток. Ну, 360 плюс. 21 тысяча уже. 21 тысяча. Сколько я могу, за сколько полечиться? Хелл... Оу. Ну-ка. 23 тысячи, кстати, неплохо. А, это чтобы ходить, радиация не брала, я понял. 22 тысячи стоит. Неизвестно чего. Так, этого опоны ремонтировать. 800 бинт стоит, хотя он делается довольно-таки легко. 2,5 тысячи. 3 тысячи. 8500. 7. 7. 9. А у меня вот такая есть. 3. Ну, за такие деньги, конечно, не купит. Ну, довольно-таки неплохо. Так, а что я хотел? Я хотел, чтобы меня полечило. Стоить это будет 2400. Ну, 2,5 тысяч. Чтоб меня пополнить здоровье. Ну, в принципе, не очень выгодно. Поэтому я не буду. Ну, а на этом, ребятки, мы закончим, потому что опять долгий видосик получился. Все, всем спасибо, всем любви, удачи, успехов, пока.